Инклюзивная спортивно-игровая площадка открылась в микрорайоне Березовка по улице Машенского, 66. Сегодня этот комплекс по праву можно считать своеобразным реабилитационным пространством для детей с инвалидностью. Координаторы инициативы инклюзивного центра продвижения здорового образа жизни отмечают, для них важно, чтобы обычные люди и те, кто страдает инвалидностью, могли заниматься вместе, быть наравне. Данная инициатива реализована в рамках проекта международной технической помощи «Белмед», который реализуется программой развития ООН при финансовой поддержке Европейского Союза, Министерства иностранных дел Республики Польша в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. В рамках проекта был объявлен конкурс местных инициатив, и был поддержан целый ряд инициатив во всех уголках Беларуси, и одним из которых является вот эта самая инклюзивная площадка. Содействовать интеграции инвалида в обществе, помочь им адаптироваться и, самое главное, вести здоровый образ жизни. Главные задачи, которые были в приоритете у инициаторов. Сегодня людей с инвалидностью важно и нужно привлекать в социум. Открытие уникальной инклюзивной спортивной игровой площадки – это еще один шаг к достижению поставленной цели. Сегодня этот необычный инклюзивный центр продвижения здорового образа жизни как осуществление мечты для многих таких людей, и это стало реальностью. Если ты никогда не пребывал со своими изюминками, не пробовал ехать на велосипеде, приходи к нам. Если ты никогда не видел паралимпийский вид спорта боча, приходи к нам. Если ты никогда не стрелял из лука спортивного, приходи к нам. Спорт для всех. Шоу-даун, расширенная воркаут-площадка, боча, новус, детские игровые комплексы. И это еще далеко не весь список, который включает в себя инклюзивный центр продвижения здорового образа жизни. Безусловно, такая площадка доступна для людей всех возрастов и разных физических возможностей. Детей очень много по району. И тем не менее, вот эта площадка, она получается комбинирует как взрослые. То есть у нас здесь есть взрослые вот турники и сразу и детские. И очень удобно, что и вот приходим, например, с ребятами, можем позаниматься. Дети в это время могут на горках поездить. То есть в этом плане, наверное, это уникально для нашего района. Замечательная нам как раз площадка для боча. Мы давно не тренировались на такой площадке, но недавно занимаемся. Поэтому нам очень важно, что вот такое покрытие хорошее, все хорошее. Инклюзивный центр здорового образа жизни – это то место, где все без исключения могут чувствовать себя максимально комфортно. То место, где стирается грань между здоровыми людьми и людьми с инвалидностью.